Так, ну что, ребят, скоро стрим у вас пойдет. Нужно переименовать все сейчас. Тогда на то, что кланвар будет. Все сохраняем и будем начинать. Так, ну что, стрим начался, наверное, там. Да, стрим начался, отлично. Ждем, в общем-то, начала игр. Зайду нормальным аккаунтом сейчас. Так, подождите. Ну что, вижу Банни, Мана, Мейджор, Харстом, Ламба. Много игроков пришло, Invasion, мини. Так. Ну что же, будет интересная жаркая битва. Кстати, кто там у нас другого? В полуфинале вообще есть там что-нибудь или нет? А будет так. Ironix Gaming против Миллениума будет у нас второй полуфинал, но он не сегодня будет, я так понимаю.
Так, ребят, короче, а вот начали черкать. Мана против Минирейзера будет первая игра, насколько я понимаю. Вот, ну данного кланвара я запись в любом случае в YouTube выложу, так что вы ничего не пропустите здесь. Так, проверяем, что ли я не забыл. Переименовать нигде. Так, вроде все везде переименовано, да, и даже уведомлением не пришло. Так, Варди у меня есть вроде, а я что-то в прошлый раз и не видел даже. Севич 0503, наверное, давно ты спрашивал минусы и плюсы всех раз. Ну, тут нужно смотреть, на самом деле, минусов и плюсов очень много там у раз. Зергов много, у них все дешевое, но все слабенькое получается. Протсов наоборот, все дорогое, но все сильное. У тиранов все ренжовое, нечто среднее. У них и мобильность есть, и плюсы других раз. Ну что, начинается игра, поехали! Уже старт резко, просто резвейше стартует Варди, я бы сказал. Так, Аскадо Improved Team League надо добавить. Так, все, чтоб ровненько, четко было, сделал. Это бой 7, я так понимаю. Так, никаких черных экранов быть не должно. Да нет, все идет, на самом деле, идет вполне неплохо. Вроде как. Кола выставляем. Ну, тут мана блочит Минирейзеру. Вторую хату он ставит на третий, соответственно. Так, сейчас все, вот вспомнил, что я забыл. Нужно Twitch переименовать. Стрим-то идет. Так, у маны 2 гейта, и все это, кстати, на рампе, правда, застройка кривейшая здесь будет, получается, у нас. Адепта рептилоид, привет, дела хорошо. Началась битва. Ну, сегодня это последнее, что будет. Сегодня запись была, собственно говоря. Вот, ну, будет сегодня, вот, сегодня постримлю, это будет, что, какую запись еще поставить в будущем. Вот, ну. Все будет окей, здесь что-то линги масят. Не то, что масится, но 8 лингов подстраивает сейчас зерк. Может быть, это какие-то даже передропы будут, я не знаю.
Два адепта атмана заходят на вторую базу сейчас. Начинает он против лингов контролить. Просто 4 линга берет и уничтожает резко очень. Здесь новые линги выходят, мана это видит прекрасно, еще один линг минус. И адепта подставляет зелененького сейчас. Как же он разваливает просто мини-рейзера, беднягу сейчас. Это ж просто жесть какая-то. Так, зал по лингам, по рабам. Так, что-то мана бред какой-то делает. Туда-сюда телепортируется. 15-25 по рабам. То есть, если сейчас мана дома отбивается от лингов, у него все в порядке. Ну, будет непросто это сделать. Почему? Мазеркор поздний здесь бил. Сталкер в проходе будет сейчас же уничтожен. Несколько лингов уже на мейне врываются. Начинает здесь угрызть. Правда, не контролит мини-рейзер вообще их ни разу. И мазеркором чуть уверчажем все не уничтожено было. Пошел лифт еще раз наверх на хайграунд. Лингами забегают на вторую базу. Пытается прогрызть здесь пилончик мини-рейзер. Здесь Мазеркор влетает, плюс 2 адепта есть, и линги все новые и новые подходят. Между прочим, боевого лимита значительно больше сейчас у мини-рейзера. Он пилончик уничтожает, второй, гиты отключаются, адепты падают. Неужели это ГГ-нчик такой для маны? Очень похоже на то. Бесславная просто ГГ-шечка, пришли 2 адепта, да, и что сделали? И тут такая контратака. И очень похоже на то, как я сейчас на ладере насосал просто зергу. Тоже такой же передроп, собственно говоря, четко реализованный. Так, здесь врыв идет, пилончик уничтожает мини-рейзер. Мазеркор там где-то сзади. Линги дотекают и дотекают. Здесь один адепт появляется, новенький. Так, ну пробок отгоняет. Адепт приходит, адепта линги сразу же уничтожает. Пилончик восстанавливает там мана. Но я боюсь, что это его уже ну никак не спасет абсолютно. Мазеркора хоть 50 энергии есть, но... Не, ребята, это забейте, называется. 19-13 по рабам. Гробочки падают, нефть падает сейчас. Да ну, это... Домой. В чем скорость адептов была уже на половине готовности. Вот как мини-рейдер присел. GG. Вот тебе и 2 адепта зашли. 1-0 Invasion Esports. Так, идем к Варде, уже он создал следующую игру.
Так, отпишите, если рассинхрон, ребят, побольше. Тебе вот фен тут пишет, что рассинхрон. Такое бывает иногда, стоп-старт может помочь здесь, как бы, но нужно понять это. Так, опять я воду забыл заказать. Так, подождите, кружечку возьму, водичку. Так, бани выходят против Минирейзера. Может, ты вот на вебку смотрел? Может быть, небольшой рассинхрон с вебкой? Почему? Потому что вебка, ну, звук берется не с вебки микрофона, а с микрофона вот этого вот. Поэтому, возможно, как бы с вебкой рассинхрон звука возможен, как бы. Главное, чтобы небольшой там какой-то бывает иногда. Главное, чтобы здесь рассинхрона не было. Поехали. Ну что, Минирейзер против Бани. Вторая игра сегодняшняя у нас, сегодняшнего кланвара. Помните, что отблоки сейчас неплохо отключать, ребят, потому что реклама появилась какая-никакая в ближайшие пару недель. Игра приостановлена. Вот. Также поддерживайте, конечно же, меня и мой канал премиумами и игра возобновлена. По реквизитам напрямую или через плеер. Естественно, у меня два моника. Но не три.
Хрена там тучи такие ходят. Ну-ка, дайте-ка посмотрю. Да, успеть бы домой до дождя. Может быть, дождь будет. Через рипера бани играют. Здесь у нас газ пул, газ что-то зерк не спешит добывать. Сейчас послал рабочих, начал газ добывать. Так, и второй барак у бани пошел, интересно. Ну, это билд в ранний стимпак, очевидно. Возможно, даже передруб 16 мариков, скорее всего. А может быть, это билд, как Гумиху демонстрировал, корейский передруб без стимпака ранний мариков. Оба они очень и очень сильны. И на этой карте, учитывая ближние позиции по, ну, по воздуху, близость, они могут зарешать эти билды оба. Так, рипер прилетает, гранаты что-то баник странно ставит. Дрона не получилось выкоснуть, баник как бешеный, стреляет по разным целям постоянно. Ну, тут два здания заказывает, мини-рейзер. И, кстати говоря, он открывается без мува лингом, вот что самое интересное. Он открывается в супер ранний просто лейер, и я так предполагаю, что это может быть даже нидус какой-то сверхранний. Учитывая билд тирана, у него не так уж много юнитов-то здесь будет. Да надо роуч ворон ставить какой-то. Или это такой спайр сверхранний. Не, ну шпиль хз при таких раскладах. Там стимпу... Да, посмотрите, сверх-сверхранний шпиль. Там пошел уже стимпак и делается старпорт. Мне кажется, шпиль это очень неудачный решение. Вот нидус бы тут хотя бы, я не знаю, сделать муфлингом, даже королева лингами можно убивать, по-моему, с нидуса. А если роуч штучек 5, так вообще замечательно. Пытается Бани обнаружить рипером, что же там происходит. Видел он шпиль сейчас? Да, видел шпиль. Видел лейер. Просто можно дропнуть сейчас вот это все дело и... Да какой либератор? Ты что ты делаешь-то, ё-моё, Вась? Какой Бани вообще, а? Он думает, что не успеет дропнуться. Ну ладно, перестраховался. На самом деле, просто если Бани... Врубил мужика бы просто, врубил бы два медивака, построил бы, и он просто дропнулся бы, убил бы, скорее всего, мини-рейзера бы. Но не скорее, 100%, 100 000%. Здесь даже мувелингом нет, не то, что там каких-нибудь беллингов. Он не рискует, он наоборот дома тут через либератора играет. Полетит ли куда-нибудь вообще? Хороший вопрос. Пока не летит. Овера можно забрать. Вот полетел-то. Уба не дает. Полетел одним медивак, так это не сразу вылетало. Представьте, вот, все, вот это все боевое, что у зерга есть. А если бы 16 мариков были? Все, мини-рейзер с потерей одного муталиска отбил все это дело. Бани переходят в грейды плавно. Либератор один, все почему-то, кстати. Ну, талисков новых построил, их 6 штучек уже. Мимо депушки летает, можно депушку убить спокойно абсолютно.
Симпачился Бани, ушел от ДПшки сейчас. Парочка бараков. Ну, конечно, всего два барака в данный момент работают, этого реально мало. Здесь бани стимпачится, сейчас щиты будут готовы. Надо вылечить все, а то здесь сверх какие-то продемедженные марики. Мини-рейзер выбивает депушку. Смотрите, блин, мини-рейзер-то что так, я вам скажу. Здесь муфроучем, плюс один заказано. На третий базе уже добыча вовсю идет. По лимиту в плюсе, по всем параметрам в плюсе пока что. Ну, Ваня, правда, тоже танки есть, и третья ЦС-шка с крылом. Вроде как у Бани все нормально. Попёрли роучи. 140 лимита на 113. Муталисками обязательно нужно отвлекать оппонента. Мини-рейзеру. Еще 10 роучи заказано. 120-160 по лимиту. Быстрее надо двигаться. Быстрее. Пробивать камни. Очень долго мини-рейзер это делает. Релоджеров под мостом. Камни сейчас будут уничтожены. Бани этого не видит абсолютно ничего. И сейчас роучи и релоджеры вместе с муткой зайдут и начнут разваливать. Под минку муталиски попадают под либераторов за два залпа. Все падает в итоге. Фаерболы вот там пошли. Молоко пошли фаерболы. Либераторы раскладываются. Мини-рейзер попадает в зону освобождения просто. 90 на 112. Бани перераскладывает еще раз либераторов. Попадает мини-рейзер и по медиваку, и по либератору. Но вот первый вот этот корявый врыв ставит точку на этой атаке, собственно говоря. Да и вообще на всей игре, наверное. Потому что здесь на одну атаку расчет был. Именно на вот эту. Через верх заходит мини-рейзер, но уже и по рабам ровно, и по лимиту нет того преимущества, которое было. Было 160 на 120, сейчас 120 на 135. Так, прошу прощения, пробиты камни. Там либераторы разложили, здесь из демедженных роучей делает релоджеров мини-рейзер. Вот надо лингов дотеканить, чтобы еще линги, наверное, были в этом миксе. Хотя тут танков немного, то есть демеджи себе не будут наносить, но линги все равно они... не лишние в таких миксах. Девается Бани, уже в центр пошел. Роучи перемалывать. В центре роучи уничтожают, по лимиту ситуация ровно. Здесь ловеры минусуются, несколько штук. Саплай блок, правда, мини-рейзера пока нет. Бани сканит, видит, что четвертой нету. Ну, это понятно, что улы. Но у него уже почти доделались 2-2 грейды, обратите внимание, через где-то 40 с лишним, ну, через 50 секунд, через 46 вот сейчас секунд тут будут грейды. А 2-2 против 1-0 роуча, это, ребята, забейте. Просто разгром. Там марики просто будут разрывать, я не знаю. Так, мини-рейзер опять вперед идет, Бани стимпачится, заходит уже внутрь. От фаерболов увернулся. До танков роучи дошли поздно.
Все уничтожено, реводжеры все уничтожены. Дио там, правда, фаербол один попадает, но это ГГВП, вы все поняли. Это реально ГГВП, ждем следующую игру. Заходим в игру следующую. Так, поехали. Начинается следующая игра. Ламба против Бани будет биться. Ведет, напомню, Team Liquid у нас. Точнее, не ведет, 1-1 счет. Мини-Рейзер проблеил Ману, а Бани проблеил Мини-Рейзера. Ну, сейчас, может быть, что-то интересное произойдет. Интересное ТВЗ, может, будет. Хотя предыдущий такой тоже достаточно мясное было, но Ламба, как-то мне кажется, посильнее все-таки мини-рейзера. Так, вот. Ладно, Team Liquid, команда известная. Вот Invasion Esports, кто там есть еще? Так, Мини Рейзер тут есть, Ламба тут есть, Найт Энд,
из известных. Мейджор. Харстом. Харстом тут еще. Такая неплохая команда. Так, дождь все-таки пошел. Ну что же. Здесь у нас, судя по всему, через реперочка. Да, Баня играет через реперочка. Орбитал пошла, КСМ-ка уводит. Цешечка сейчас пойдет. Здесь у нас стандартная хата, 17-й газпул. Ламба строит рабочих понемножечку. Так, тут хитро как-то овер облетает, его заметил с газа тиран, поэтому, ну, вот эта штука не дает залететь. На кол овер не садится на вот этот вот. Ну, а рипер полетел, и не туда Бани был абсолютно невнимателен. Вот видно было овера с этого газа. Ну, это, не знаю, на таком уровне считаю, что такого быть не должно. Он несколько секунд овер был в вижене специально. Он показал, как он был в вижене тирана. Ну, а Бани этого просто не заметил. Это печально. Пришлось не туда лететь. Сейчас полетел в правильном направлении. Сенслинги прибегать к ощущению, что камни собрался грызть мини-рейзер. Ой, ламбы, простите, какой мини-рейзер. Здесь уже никаких мини-рейзеров нет. Ну да, чтоб тиран лишний раз этими камнями не пользовался. Как неровность, ведь танками можно отсюда туда похарасить. Камни, если не будет, будет попроще обороняться. Так, еще депошечка пошла. Прилетает дробчик просто сейчас. Прошу прощения, что-то отвлекся на дождь и заслушался. Здесь прибегает ламба отбиваться, и Баня тут этот дробчиком особо ничего не сделал на самом деле. Но по лимиту Баня сейчас в плюсе. Саплай блок был, да? Овера. А, два овера сбил. Но вот это, да, неприятно, конечно, для зерга на такой стадии. В итоге 4 личинок очень много. Тут что-то ламба в оверов вложил. Здесь прилетает либератор, спорка перекапывается. Ну все, либератора отогнал вроде как. Достаточно быстро. Баня пытается сменить направление движения либератором. И королева минус будет. Ламба не контролит здесь. Либератор бомбит жестко, потому что дроп он отвлекал сейчас в другом направлении. Спорка перекапывается. Либератора Баня не сконтролил. Но получил 3 выстрела. Сейчас КП уменьшилось, соответственно. Так, отбил все-таки ламбу. Ламба 1-1 из приятных для зерга, да, моментов сейчас доделывается уже. Так, здесь взрывает
Риперлингов немножечко. Есть Лэрдус, 2-2 можно будет сказать. Спайр, Беллингнест пошел. Третья хатка, 56-47, без парабам никаких критических дэмэджей здесь Либератор не нанес и дропы эти. Все в порядке. Здесь у нас будет Лэрдус. Так, инженерки готовы, грейды, правда, не заказан. Третья сэшка прилетел, полетела уже. Бани пробивает сам камни, здесь, правда, стенки нет. Здесь бы стенку полную бы сделать, по тирану. Камни эти. Пробивать-то сейчас. Так, здесь все еще бани тут напрягает. Марики уничтожены, ну танк забрал, спас на 7 хп, 8, 6 убийств у него, 6 киллсов у танка. 1-1 делают, здесь 2-2 уже у ламбы пошло, и шпиль почти что готов, почти что готов. И четвертая хата, крип по этой части карты распространяется, и вперед криптуморы тоже посылает у нас ламба. Здесь королева ставит раз криптумор, два криптумора, сейчас на третий крас энергия будет. Хорошо так полную энергию применил сейчас у нас ламба. Здесь надо криптуморы сюда, сюда, конечно же, этот, и вот эти вперед, все нужно вперед протаскивать. Fire 0-1. Слушай, есть же статистика, есть или ГУЛАГ и тому подобные сайты. Вот кто-нибудь может на Good Game подскажет сейчас из чатика. Ты там тоже заходи, сиди иногда. На Твиче не всегда стримы есть. Вот, ссылочку я скинул. Задержка 90 секунд. Там есть статистика, кто за какую раз сколько в батлнете играет. Просто вопрос в том, что на про уровне, да, как бы. Ну, обычно популярная, популярнее раса та, которая... Не всегда намного прям популярнее, которая считает, что в данный момент сильна, а сейчас как-то, ну, сейчас вот зерги, то, что не сильны, как бы, да, такое есть именно во втором сезоне всех корейских турниров, да и везде. Хотя в Европе зерги на сильных позициях всегда, например, находятся, их много, они идут, снут, там нерчу, они как бы топовые игроки. Так, здесь линги танк окружают, сгрызают танк. На 2-2. А не, это еще 1-1 было в 2-2. Танго вообще бы сгрызли моментально бы. Здесь еще какое-то забегание идет линго-беллингами. Плюс мутка вперед летит, что самое интересное. Здесь туречка есть. Так, подрезает тут депошку жирную ламба на 16 саплая. 2-2 делается, у ламбы уже 2-2 готовы. 10 таких депошек у бани. Ой-ой-ой, представьте, 3 их выбить. У тирана сейчас там в такой минус бы лимит загнался. Но муталисков не так уж много. Сканы идут по всем направлениям. 174, 173. У бани чисто танки марики. Все, больше ничего нету. Пытается агрить сейчас ламба. Один танк залез вперед слишком. Пошла атака, линги заходят вперед, беллинги заходят, сплит у бани вообще ни о чем сейчас, посредственный сплит абсолютно был. И просто ламба его закатывает в карту сейчас, в эту. Медиваки тоже, они все уйдут отсюда, я думаю, парочка будет уничтожена, чтоб ламба бы, блин, поближе подлетал бы к этим медивакам, был бы молодцом. Так, на бусте улетает, 3 даже улетело, это удивительно прям, что 3 улетело. Линги сейчас дотекание сюда будет. Сейчас у нас ультрава заказана. Часть лингов забегания пошло, что ли. Да, сейчас будет забегание на вторую базу. Забегание великолепное на 2-2 от грейдах. Ой-ой-ой, у тирана еще 2-2 даже и не готово. И здесь беллинги есть. Так, надо было, наверное, пару бейнов сюда в это забегание взять. Ну и так 8 КСМ, 10-12 уничтожено. Кажется, это минус бани вообще будет. Здесь забегание на третью пошло. Беллинги прям в рабочих врываются.
23 в общей сложности рабочих уничтожено, 156 на 120. И у бани просто не хватит экономики, чтобы под ультралов подстроиться. И еще здесь, ой, еще и здесь на воздух второй грейд. Очень нравится мне, как Ламба играет. Очень четко Ламба сейчас играет. Я вам так скажу. Здесь какой-то ливень галимый пошел. Пока игра еще тут идет, ребят, дайте-ка я гляну. Так, и как раз я вернулся, когда баня вперед идет. Блин, а я на велике хотел ехать домой, там уже море ё-моё воды. Ну хорошо, сегодня покупаться успел, поплавать немножечко с Чарликом. И сам ногу немножечко треню, потому что чувствую, что еще восстановление это так себе, как бы нога не побаливает еще все. Забегание очередное уничтожено, 13 КСМ, их 30 остается. Здесь 200 фактически зерга, а тирана 130. Ну, боевой, кстати, 100 на 112, не намного больше у Ламба. Ну, здесь уже ультралов, посмотрите, 4 штуки. Они с уникальным армором уже, да. Линги с адреналином. Грейды 3-3 доделывают. Третий коготь уже буквально через 12 секунд будет готов. Ну, и здесь минута еще для армора. Второй армор на воздух тоже готов. Либераторов 5 штучек есть у бани. А, бани 4 умудрился сэшку занять. Вот в чем суть. Ну, не надо давать ему здесь раскачаться еще жестче. Так, пошла атака от Ламба. Ультралы заходят. Мутка налетает на либераторов. Беллинги взрываются. Планетарку грызут. Ультралы зажимаются. Био сейчас за камни. ГГ пишет бани. Это был просто разгрыз, разгром. Ждем следующую игру. Люблю я лето, вот, дожди всякие, тучи прикольные. Это же реально прикольно. Ну что, хост-то будет? Кто у нас дальше? Снут у нас, наверное, пойдет сейчас. ТЛО еще присутствует. Не скажу, что бани там прям сдавать стало вообще жестко. Ну, как бы бани когда-то в какой-то момент выстрелил, был в топе, как бы там турниры даже какие-то брал, типа там Копенгаген Геймс, что-то такого, я вот не помню, точно утверждать не буду, или в Англии там какой-то был турнир. Вот, а потом что-то стал он как бы вроде на уровне на самом высоком, там не средний, но не может затащить ничего. Что-то хоста пока нету. Ну, наверняка будет снут сейчас против Ламба биться. Может быть, ТЛО... А вот ТЛО пришел. Секундочку.
Так, что-то хост так и не создан. Позвонил мне тут друг, точнее телефон его случайно. Ну-ка сюда иди. Сюда иди. Алло. Так, опять позвонил. А это что за пес? А это что за пес? Кто у нас сегодня плавал далеко? Кто мне руку разодрал? Все, а? Пловец. Когда купаешься в речке, Чарлик не может отпустить меня. Он всегда за мной плывет. Блин, иногда чуть ли не до центра доплывает. Это далеко, блин. Это далеко. Молодец. Сейчас я подойду, ребят. Да, дождь конкретно, какие-то жара и дожди начались. Надо будет в деревню съездить, наверное, грибы уже начались понемножечку. Лисички-то уж точно всякие есть. Да, снуд, как и предполагалось, здесь у нас появляется, в общем-то. Опа, это гроза у нас оказывается. Молния сверкает. Ну что, 2-1 Invasion Esports ведет. Не, крепкого не надо. Я сегодня первый день на турник сходил за много время. А то с этими футболами, со всякими, и так подрасслабишься, там все это, все с крепким везде. Вот, а вот с грибами надо будет. До осени на костылях. Не прикольно, но у меня вроде с ногой получше становится после операции на связке. Так-то сам сколько лет уже мучился. Будем надеяться, все будет окей. Ну что,
Доделывается пул у нас готов. Здесь у нас хатка почти готова. Ламба третья в кармане очень ранее. Это вообще три хаты пул бьют. От ламба был, соответственно. Ну, посмотрим. Сейчас в Европе вот как раз зергов в Европе порядочно, хороших. Даже процов не столько. Ну, шоу там есть, как бы, а другие процы, ну, не такие крутые, как шоу там, как мне кажется. Тиранчиков вообще немного. А вот зергов полным-полно. И нерч, снут. Тут ламба неплохо отыграет. Много, короче. Хотя всех раз в Европе сейчас достаточно много игроков. Единственное, что на высшем уровне, да, как бы не все. Вот, уснута мув, третья харк заказана, Бейлинг Нест. Чуть раньше, чем у Ламба. Ламба, кстати, не сильно отстает вообще здесь. Линги пробегают, может быть, овера надо было прикрыть. Спереди крыло покусать, овер бы успел бы подальше немножечко улететь в это время. И 12 лингов Ламба строит сейчас. 4 погнала, 2 снутовских. Туда-сюда что-то бегают. Так, здесь у нас линги от ламба забегают. Одного Бейлинга он выманивает. Второго пытается подрезать. Второго подрезал, между прочим. И здесь двух сторон Бейна идут. Правда, ламба что-то косячит с контролем. Завел, вместо того, чтобы взорвать лингов, под трех королев привел. Сзади двух Бейнов не взорвал. Ну, в итоге ничего, ни к чему этот Бейлинг-бас не приводит к хорошему. Ламба заказывает дронов. И Снут заказывает очень много дронов. 10. Так, плюс один у Ламба заказан. Ну, Снута больше, рабочих лэр делать. Кто сыграл на Евро лучше, Россия или Украина? Украина уже кончился матч, кстати, они же с Польшей. А, все, кончился, да, завершен. Ну, хоть и Украина 3 и проиграла матч, и Россия там одну ничью сделала. Сборная Украины, по-моему, лучше, чем у наших, как бы, в принципе, ну, по составу и по игре. Я, правда, с Германией только смотрел. Ну, Польша сейчас, ну, очень сильная сборная, а у нас, как бы, кто там вообще? Хотя и Уэльс, в принципе, неплохо. Еще посмотрим, интересный плей-офф будет без наших мертвых. Что-нибудь тогда надо будет глянуть. Так, пошла хата, четвертая уже. Здесь 13 заказано роучи у Ламба. Линги забегают туда-сюда. Так, здесь Беллинги все принимают. Роуч первый выходит. Спайр ставится там и там. То есть Ламба заказал роучи, 13 штук и строит шпиль. Четвертую делает. Здесь четвертую, кстати, можно Снуту отменить, пойти всеми этими роучами. И потом еще и в мутку уйти, как мне кажется. Ламба было бы, можно бы, но он не собирается так делать, насколько я вижу. Ну, посмотрите по газу. Снута свич в мутку гораздо более четко сейчас исполняется. У Ламба муфру очень. Зачем он шпиль вообще делает?
Так, и Снут прибегает, кстати, четвертую отменить. Здесь реально много роучи, и Снут передумал что-то четвертую отменять. Ну, у Снута 15 муталисков, которым Ламба вообще не готов. У Снута уже кайф пошел. То есть после мутки свич в ультралов идет, насколько я понимаю. Четвертая готова. Газ здесь строится. Муталиски вперед летят. Там масса спорки заказаны. Налетает. Ну, тут что боится одну спорку? С 16-15 муталисками спорку одну боятся зерги сейчас вырубить. Ну, это современная, это, блин, StarCraft. Что боятся-то? Вывер минус раз. Королева пытается тут подрезать. Беллинга подрезать. Здесь дроны вперед. Двух дронов забирает. Здесь два овера в районе мейна. Бесхозно. Стоят. Овер один уничтожен. Второго нет. И находится снуп уязвимый шпиль сейчас. Минус гидрал. Да, здесь тоже две спорки у Ламба. Ну, Снут бомбит, харасит очень жестко. Коготь заказан первый. И уже строится ультралис Кевин, как вы видите. Да, Снут отменяет. Пул Снут отменит тоже абсолютно точно. Глейвы там очень жестко летят. Овера чуть не убило. Еще один Снут газ забирает. Совсем здесь затрепал беднягу. Отменил ли Ламба шпиль? Слушай, отменил, судя по всему, Ламба шпиль, потому что его нету, а чтобы Снут его убил, я такого момента не видел. Может быть, я что-то туплю и задумался о чем-то, я не знаю, поэтому не видел. Ну, вроде как не было такого. Так, здесь у нас оверсир летает. Роучи заползают, Ламба по всем базам Снута сейчас. 3 на 4 базе роучи. Поплеточки во везде ставят Снута по спорке. Пытается убить, но, блин, роучи с таким регеном против лингов без грейдов, это вообще прохлада. И выход идет на роучи гидре от Ламба. Обратите внимание, лимит почти одинаковый. Ультралов вообще нету у Снута. И здесь все еще с мехозом идет, что самое прикольное. И сейчас у Снута проблемы гигантские начинаются, я вам скажу так. Не просто проблемы, а реально гигантские проблемы. Беллинги падают сверху, с хайграунда беллинги выходят, но мехоз кидать успевает кинуть. Ламба мехоз, но у Снута ультралы поперли. Ультралов много, но они пока без армора уникального. Но вот ультралы с муткой наломились. И с муткой-то ультралы потащили здесь, конечно. Ламба пишет, грейд как раз доделся, досиделся Снут. Шнут. 2-2 у нас становится счет. Кто дальше?
Так, пошел инвайт, я чуть не заметил, что там происходит. Харстом выходит. Опа, с Нудхарстом это интересно. Не, что-то пока не хотят начинать, не знаю, что. Так. Лобу Пепси сразу отправляется делать новый ник, потому что ник мне что-то не понравился этот. Так, все, я здесь. Проверил, что там по воде. Два счет, то есть эта игра еще не решающая пока. Снуд пул первый ставит. А что же Харстом у нас делает? Харстом у нас гейт ставит. Так, давайте я прокапываюсь тут. Что-то глаза подустали за сегодня. Просто микрофон оставлю. Так. В итоге что мы имеем? В итоге у Снута пул первый хат, вторая поздняя очень. Здесь уже Нексус строит, здесь уже Нексус почти готов, бустится Зелук, киберночка есть. Либо Снут в третью быстро сейчас будет выходить, либо нужно как-то ему какую-то агрессию проявлять, я не знаю.
либо проявлять, либо не проявлять. Да не, надо агрессию по-любому какое-то дело. Либо уже в третью как можно быстрее выходить. Мут предпочитает третью побыстрее выйти через мут без какой-либо агрессии. Криптумор будет? Нет, криптумора не будет. А почему крип не поставить здесь? Почему королева сюда сразу пошла инъекции делать? С нее уже энергии 40 почти. Пока хатка достроится, 40 точно будет. Можно было крип поставить и чуть уже через 10 маны уже был бы и на инъекцию бы. Энергии хватало бы. Харстом ставят роба. Некую сторону начинает качаться. Здесь Зилук плюс Адепт приходит вдвоем. Выходит на охоту. Криптумор можно было бы сейчас отменить. Пытается Харстом с помощью одного пилона буквально отменить хатку. Здесь пробочка будет уничтожена. Может быть, будет контрзабегание от Смута. Нет, не будет никаких контрзабеганий. Верчаш пошел на пилон. Зилком помогать демедж тогда, хотя хатку, я не знаю. Королевы приходят с лингами сейчас. Харстом пытается пилончик прикрыть. Надо телепорт лучше делать, не надо верчажей больше выставить. Да, сделал телепорт, Харстом вынудил оппонента лингов заказывать. Ну, в принципе, неплохо разменялся, я так думаю. Здесь плюс 2 гита, пилончик один еще пошел. Так, Мазерков вот полетел, по Мазерковсу полетел. Энергию не хочет тратить сейчас Харстом, чтобы пилун прикрыть. Ну не знаю, мне кажется, надо было потратить. Здесь делается призма, и сейчас будет какой-то выход, но гейтов-то 3 всего. То есть тут такие, в общем-то, такая... Противная стратегия, я бы сказал бы, от Протоса для Зерга. То есть он вроде как и агрессивно действует, но не улынет абсолютно и переходит третий Нексус. Но можно будет и подхарасить, а Иммортал это как фейк получается. То есть показал Иммортала, а сам с ним ничего не делаю, типа. Призма летит вперед, тут Адепт Зилок, все, те же сидят, которые вначале напрягали. Здесь пилончик, кроме третьего никто ставится. Успеет ли Харстом отбить? Думаю, что должен успеть. Вот сейчас линги прибежали. Кстати, Харстом, обратите внимание, сейчас очень дико затыкал с варпом, я так понимаю. С грейдом варпа. И у него только-только он делается, хотя уже должен быть. Снуп пытается Никс отменить, это не получится ему сделать. И Старгейт пошел. Третий морг устроится уже. Призма все еще летает. Попытка что-то здесь нахарасить, развлечь, отвлечь. И шпиль у Цнута ставится. Харстом, кстати, Старгейт ставит. Если он поймет, что там шпиль, он сможет фениксов сразу начать заказывать и вообще ну, перемасить 100%. Не перемасить, в смысле, а отбиться от муталисков. Перемасить ему фениксами муталисков нет задачи. Имел я в виду. Все, шпиль готов. Там два дрона уничтожены, все еще летает. Призма здесь харасит. Двумя адептами. Харстом просто жестко, кстати, здесь разводит. Прилетает, шпиль спалил. Опа! Ну, феникс уже тоже первый заказан, как вы видите. В итоге 3 в 3 базы. Если Харстом нормально сейчас отбивается от мутки, то у него все замечательно. Гиты надо открывать. Прилетает мута, ее встречает один феникс единственный. Здесь давар сталкеров идет. Муталиски, блин, 2. Вообще там просто хп нету, но они оба живые. Если Харстом еще мутку фокусил, то был бы молодцом, но он ее не фокусит. Здесь центри спускается одна, у муталиска забралась. Ну, переход в люру, я так понимаю, делает.
Призма улетела, и на месте Харстома вот сейчас выйти, это просто царское, мне кажется, решение. Сейчас и фениксы будут, а по земле вообще вот этому противостоять нечем абсолютно. Так, верчаш на пилон. Муталисков уже там 5 штук полудохлых осталось, а у Харстома 2 феникса есть. Ну, как-то Снут их поймал тоже сейчас нелепо. Наглеет. Харстом лезет своими фениксами вперед, блин, так сильно прям. Еще один феникс есть. Будет выход? Нет, выход пока не следует. Ну, там Люркер Дэн. Люркер Дэн, когда делается, будет тяжко, конечно. Муталиски опять на мейн прилетели. Опять же Харстом пытается забрать. Ну, тремя фениксами против 4 муталисков уже на иди. Сейчас надо просто расконтроливать, убивать все. Что, собственно, Харстом и сделал. Ну и фениксы пригодятся против Люры. Делается чаш, подстраиваются иммортлы. Пятый уже иммортл сейчас будет. Второй робо сейчас будет сделано. Может быть, имеет смысл по фотоночке, конечно, и здесь заказать. Но уже муталисков не будет, поэтому Харстом, я думаю, не будет. Да хотя, да, может, на второй вот здесь где-то и нужна бы для обнаружения, ну, в будущем фотонка. Но пока нет, поэтому все нормально. Офигеть, сейчас эта пробка будет так, газ и будет таскать в итоге. Ее надо вручную обвести, посмотрите, как провально газ собирается. Так, есть гидра, линги, есть сталкер, на ксилмагу заводит Харстом сейчас. Четвертый никс пошел ставить, ну, этим овером не видит ничего здесь. А Снут идет вперед, и гидре рейндж мув делается. 157-172. Нормальный лимит для просто, чтобы отбиться здесь. Так, нужно возвращать все с ксилнаги. Харстом этого почему-то не делает. Он 4 сталкера ему просто. Как будто ему эти юниты абсолютно не нужны. Там что-то встали сейчас. Снут пытается 4-й никс отменить. Да заберите юнитов-то с ксилнаги. Там контр Харас идет с призма. Хату 4-го. Точнее, Нексус 4-й отменил Харстом Снуту. Ну, Харстому, точнее, прошу прощения. Ну, а дальше-то что? Дальше Харстом пилона восстанавливает. Зилки отбиты. Призма на второй сныкалась. Бить нечем пока что. Наконец-то Харстом заметил, что у него там часть юнитов на ксилнаге стоит. Пилоны наконец-то восстановлены. Можно варпануть еще парочку арпонов. И парочку... Так, пару люркеров есть сейчас. Так, один линк всего выманивает там стазисную ловушку. Да варп, что зелков идет? Здесь два люркера. Че боится-то Харстом, не пойму. Пошла атака, люра поднимается. Сверху еще люра от Снута приходит. Ну, Харстом уже вперед попер вообще, как, не знаю, очень уверенно попер. От фаербула пытается увернуться, уворачивается. Да, уворачивается, люру поднимает, но... Так, не всю люру получается поднять. Фениксы вроде как живы, пока 4-й некс все еще ставится. Кулак из иммортлов сохранен, самое главное, у Харстома. Шторм сейчас будет готов, пси-штурмовик. Один, кстати, есть пси-штурмовик. 10 гидралов еще заказано. Фаербулы по фениксам пошли. На 4-й некс опять врывается. Ну, ты опять там у Харстома рабочие забыты. А где варп вообще у Харстома? Почему варп не делает нормально? Понять не могу, если честно. Так, на люру наламывается, Снут просто не прикрывает свою люру. Можно отштормить, сейчас отштормил нормально лингов пробегающих сейчас Харстом. Но нету обсервера, и люркеры в итоге не, ну, просто в невижено, нечем обнаружить. Где обсервер? Вот сзади он прилетает, ревелейшена не было, араку где-то куковал. Вообще все непонятно где-то было у Харстома. Но зато 1300 газа накоплено, сейчас можно просто масс архонов сюда добавить и пойти этим миксом просто поломать Снута. Причем можно и даже и не просто масс архонов, можно все штурмовичков наварпить, чтобы шторма было поболее. Так, да, варп где-то идет. Где они варпятся-то все вообще? А вот они на рампе тут варпятся. Плюс архончики сливаются. Здесь штурмовичков парочку варпанул. Шторм будет копить Харстом. Еще все штурмовичка варпит одного. 52-176. Ну, все еще собирается прессовать, насколько я вижу. Но нужно ли ему это? Мне так кажется, что не очень.
еще все штурмовики по всем направлениям. Газ весь потрачен, еще все штурмовики здесь варки. Ну, здесь-то надо слить бы пару арпунов. Что и делает, собственно говоря, Харстом. Здесь 4 все штурмовичков оставил в миксе. Будут они штормить, это стоимость 1200. Полемет уснута 200. И снута идет вперед. Грейды ужасные. Ну как ужасные, сейчас любят на самом деле. Плохо вот так вот играть с такими грейдами. Не ахти. Штормы не все Харстом успел выкинуть. Отвлекся на забегающих с другого направления. Там люркера одного, да пару гидралисков. В итоге остается без архонов, без шторма. Хотя штормовички сейчас энергию подкопят, шторм-то возможно будет, но вот четвертый нексус может быть под ударом сейчас, вот это да. Белки прыгают вперед, уничтожено люркеров, парочку штук, еще люркера один забрал, и мортлы просто там великолепный дэмэдж выдают, но нужно отступать, сейчас линги дотекут, и люра там дэмэдж нанесет здесь, ой-ой-ой, люркер и мортлы еще одного минусует, четвертый нексус пытается минуснуть у нас. Не получается, нужно пилон Харстому восстанавливать. Пилон еле-еле восстанавливает сейчас. Здесь обсервера нету, нифига нету. Обсервер где-то залетался, я не понимаю, где вообще он летает. Харстому без прикрытия здесь вообще имморталы ходят. Кажется, Снут все-таки с Харстомом разобрался в этой игре. Пошла атака. Ну, здесь архонов нет, в итоге Линге решает, Люра решает. Сзади наламывается Харстом, но этого недостаточно. Обсервер под штормом летает, был уничтожен, сейчас бегает, пишет Харстом, и Снут тащит, переворачивает для Team Liquid, привет, King Alvis. Ну что же, неплохо. Ну что, следующий кричит, заведующий. Кто следующий у нас от Invasion Sports будет? Я не знаю, кто там еще есть. А, Major, наверное, там есть, да, Major. Ну, то если Major увидим сейчас, это будет прикольно. Major сильный тиран. Очень даже.
Так, ну что, Go Frozen, говорит Мейджор, наконец-таки появился он. Ну там конкретно надо разбирать моменты, на самом деле там много косяков было от Харстома. Все, Мейджор здесь, и Снуд против Мейджора, Храм во льдах у нас, поехали. Либо 3-3, либо победа Team Liquid. Ну все, ребят, началась игра, Мейджор снизу, Смут сверху, слева, соответственно, справа, снизу. Ну и, судя по всему, через Рипера играет Мейджор. Так, я буду стримить до конца данного кланвара. Вот, то есть, возможно, это последняя игра. Может быть, конечно, не последняя, я не знаю. Посмотрим.
Так, гранатка в рабочих. Рабочих там неплохо подкидывает. Здесь у нас снут отбивается, а Риппер уничтожен. Третью хату снут будет стоять, да? Летает все разведывает. Здесь Гелион и Либератор у Мейджера. Снут это все прекрасный вид. Мейджер, кстати, любитель раньше был в мех поиграть, на самом деле. То есть, вполне возможно, мы сейчас увидим какой-то билд с, именно мех исполнение. Может быть, Хелбат сейчас пойдут, может, еще что-то. Может, Масс Воздух, как Тивай любил играть недавно буквально. Гоняется он гелиончиков. Пару роучей заказано. Летает, разведывает овером. Видит, что выход стимпак идет. Реакторы по два барака. Ну и на старпорте можно реактор еще запилить. Здесь у нас пара реводжеров делается. Залетает либератор. Мейджер в наглую его раскладывает. Королева одна была. Выходит из ренжа либератора. Даже фаерболы не надо будет кидать. Просто убивает вот его. Здесь линги наламываются, ну, два реводжера есть, в принципе, королева, все. Криптумер с мейна вниз, и, смотрите, Снут играет в ранний, очень ранний 1-1, ренжовый, так. Причем это не милишное, это с ренжовым очень ранним 1-1, и 58-44 по рабам. То есть Снут собирается здесь абсолютно точно делать какой-то агрессивный тайминг. У Мейджера есть, кстати, 200 газа, 200 минералов, но пока грейды не заказаны. Да до третьей сэшечкой вылетает. Так, здесь фаерболы на камни идут. Снут пробивает камни, не понял, какие он кинул вообще. Идут нижние фаерболы, вроде все дальние кидал. В это время Либератор на мейн залетает, а вот здесь вот, кстати, спорки-то и нету. Но Реведжер пошел сюда сейчас на мейн. Два дрона уничтожены, и Либератор сваливает сразу же. Снут тут не до контроля немножечко. Но я так думаю, сейчас Лейер, потом Снут 2-2 закажет, потом начнет маститься и на 2-2, наверное, тайминги пойдет вперед. Потому что 1-1, то есть нет смысла без Муа Роучем идти вперед абсолютно. А может быть, Снут будет сейчас делать свич уже в милишные игры, тоже как вариант. Четвертая хатка там ставится, фаерболы пошли на Либератора. Либератор падает, и Королева даже не успела погибнуть. Пока очень четко Снут отбивается от Либератора всех этих. Так, здесь плюс два барака с реакторами пошли. Так, здесь Королева наконец-то падает. 109-121, Мейджер приходит и четвертую хату отменяет своим выходом просто. Снут не успевает добавить роучи сейчас. Реводжер один запилил, но Мейджер там с удара вот меняет. Королева плюс Реводжеры вперед идут. Надо протрансюзить Королеву, что-то Снут. Вроде энергии много, но нет трансюзов, ни роучи, ничего. И по фаерболам по своим побегал немножечко, и дропы начинаются от Мейджера сейчас. 2-2 не заказано. У Снута грейды почему-то. Вот он 2-2 заказывает. Там с армори в тыке 2-2, поэтому не может мейдж заказать. У Снута инфесторов 3 штучки заказаны без грейда на энергию. Сейчас всегда обычно их так и подстраивают без грейда на энергию инфесторам. Они будут постепенно сами купят. Ну и выход очередной от мейджера идет. Здесь 4 королевы. Роуч успевают подбежать резко сейчас. Снут еще и Минки успел отфокусить. Просто красавчик. Очень быстро отгоняет мейджера отсюда от своей четвертой базы. 2-2 уже делают там 40 секунд. Остается менее там, ну, полторы где-то минуты до 2-2.
грейдов. И сейчас, ну, Татмасиса, я так полагаю, как раз будет ловить тайминг 2-2, идти вперед. Реводжеры, да, делаются ручи. Инфесторы готовы, 3 штучки. Вот они где они. Вот они бегают сейчас как раз энергии подкопят. Там по микозу будет по одному 3 штуки, 3 микоза. Можно будет двигаться вперед. Да и лимит 200 будет примерно 2-2 грейдам. Даже уже раньше он будет, он уже 190, посмотрите. И хайф пошел. Четвертую надо раскачать единственное. Так, здесь забегание какой-то идет. Забегает мейджор, сейчас оверот убивает, трифтумора отменяет. Ну, приходится забирать здесь. Ой, как минки сейчас жахнули жестко, это что-то. Так, инфестора почему-то 2 осталось всего. Да? Нет, 3. Третий где-то куда-то ушел. Загулял где-то, наверное, там с другой группой юнитов. Ну что, будет снуд на 2-2-то выход делать? Вижу, Хайф и Спайр снуд опять со своими брудами мутит, крутит, воду была мутит. Нет, пойти бы сейчас убить бы, нет, на брудов построить. Так, все, 2-2 готовы, Грэдди. Но снуд не выходит никуда. Так, пошли фаерболы. Отпивает, ну, тут выход, все 2-2, грейды очень хорошие у этих юнитов, справляются, поэтому реводжеры, еще фаерболы кидают, здесь какие-то дропы двойные летают, почти готов шпиль уснут, 8 еще реводжеров, ну, нужно лишь дать шпиль вот в таком раскладе. Не уверен я. Ну, тут по олдскулу по своему, по старому просто играет, вот он любил раньше посидеть для шпиля. И сейчас то же самое происходит. Фаерболы еще на минку пошли. Выходит снуд вперед. Кажется, он собрал все-таки ломиться, да? Да неужели? 3-3 грейды и грейтер спайр. Гулял снуд, что-то и назад пошел. А, здесь королевы одни. Тут выход серьезный очень даже такой идет. Что-то камни снуд пробивал, так и не пробил по итогу. Трансфьюзов много, нужно отгонять отсюда тирана. Минки по оверсиру дэмэдж наносит, здесь ну какими-то реводжерами еще вперед пошел, тоже отдался. 11 плюс роучи. И что самое главное, ну вот спайр строится, грейтер спайр, а корапторов нету. То есть брудов морфить не ищего абсолютно. И опять роучи. Ну смысл сидеть ждать шпиля, если ты не делаешь никаких... этих грудов не собираешься. Так, принимают снуд либераторов. Ну вот вместо того, чтобы нормально накидать фаерболов одним микозом убрать, вынужден тратить второй микоз. Здесь либераторы на мейн на халяву залетают. Здесь нас зафаерболивают снуд, мейджор приходит в атаку в лоб. Лимит там уже мейджора больше. На мейне либератор разложен бомбить просто рабочих под грейтер спайром. Здесь забегание идет, но здесь три плетки и даже три плетки, по-моему, нет, все не отобьют, но почти что. Держало, в общем-то, идеально плетки держали, то есть как раз они погибли и армия пришла. Везде снуд тирана вроде как гоняет, 5 еще инфесторов и 6 корабторов, неужели заказано? Так, здесь крутимовчики отменяются понемножку. В
фаербулы. По либераторам снут сразу за 3 фаербула. 2 либератора забирать. Здесь тоже хорошие фаербулы. Карапторов можно сюда привести и прям в бою грудов, к примеру, наморфить уже. Грейды 3-3 уснуты. То есть, ну, вот этот пример, как грейды нормально делать. Тиран грейды делал не так четко, как снут. В итоге имеем какую ситуацию? Грейды тирана, блин, хуже, чем у снута. То есть снут постоянно то 2-2 на 1-1, то 3-3 на 2-2 и сминает луп. ГГ пишет мейджор. 2-4 побеждает Team Liquid. Вот так вот. Так, ребят, ну что? Я могу сказать, завтра у нас ГСЛ 12:30 будет. Это все на ютубчик выложим мы. Супер против бомбера Solar Hash. Reality Maru завтра играет на ГСЛ. Ну а на сегодня все. Увидимся с вами мы. Всем пока.